Отож, обіцяла вам, що сьогодні буде музична хвилина для вас, і навіть не одна. Отже, в нас в студії ранковий гість. Музикант Олексій Рабянц, учасник панк-рок гурту «Японський магнітофон», сьогодні у нас в гостях. Доброе утро, рад вас приветствовать. Итак, по поводу «Японского магнитофона». Вчера обрадовались у нас редакции, узнав, что вы придете, потому что много было предложений, чтобы пришли в студию, исполнили несколько песен. Что за последнее время от нашей последней встречи произошло нового, интересного в группе? В принципе, мы просто репетировали, немножко новых вещей приготовили. Вот. Выступаем мы в основном в Николаеве, поэтому так особенно не похвастаюсь какими-то зарубежными там поездками или иногородними. Вот. Самое главное событие, по поводу которого я, собственно, сейчас здесь, это наш юбилейный концерт, который посвящен десятилетию существования трио «Японский магнитофон». 10 лет перемотки называется он. Да. То есть я так понимаю, что по самому названию это будет воспоминание всех хитов, всех песен за вот эти 10 лет. Совершенно верно. Мы подготовили такое самое лучшее, по нашему мнению, из всего материала, что у нас есть. Плюс будет в конце сюрприз, новая песенка, которую еще никто не слышал. Вот так даже. Я предлагаю наш разговор построить таким образом, чтобы от вопроса к вопросу переходить через песню. Как раз будет возможность подарить слушателям побольше музыки сегодня утром. Что первое мы исполним? Значит, я сегодня решил попеть такие песни, которые в группе я не играл никогда и, наверное, играть не буду, потому как у них другой формат, более бардовский. Вот. Ну и первая песенка – это размышления по поводу «Кто герой нашего времени?». Так и называется. Интересно узнать. Сейчас, секундочку, вылетел с головы. Все, правда, я вас умоляю, это же... Фу, да, это самое. Как бы нам избавиться тяжкого бремени, отыскать героя, как нашего времени. На кого равняться нам, кем гордиться, бавиться, потом будут слезы лить знойные красавицы. Может, сильная рука, может быть, рояль в кустах, может, с водкой на устах образ Ваньки дурака. Может, это комбайнер, но не образованный, или аутист-ботан, но не реализованный. Иди, знай, а он играет в прятки и сам дает загадки. Смеется и куражится, и всем нам только кажется. Продолжаю поиски, я с остервенением. Скоро снится мне начнет герой нашего времени. Сумкой толстой толстосум или бомж юродивый. Может быть, это мой кум, а может, пан Мавроди. В давнем прошлом были всем или будут в будущем. Верхом будут на звезде или в грязном рубище. Может, я сошел с ума, но окреп во мнении, что любой из нас, друзья, герой нашего времени. Нашего, а он играет в прятки и сам дает загадки. Смеется и куражится, и всем нам только кажется. Спасибо.
круто. Герои нашего времени вспомнили обо всех. И самое главное, что реально герой для каждого. Каждый, точнее, может быть героем нашего времени. Тема философская и глубоко личная в наше время. А по поводу все-таки концерта, если возвращаться, мне понравилось все-таки 18+. Почему? Что же там будет такого? Дело в том, что грешнымы присутствует у нас в песнях ненормативная лексика. Вот, местами, ну, панк-рок, это немножко есть, это атрибут панк-рока, поэтому... Что называется, из песни слов не выбросишь. Да, да. А по поводу все-таки песен, смотрю, что в социальных сетях, ВКонтакте, вот, постоянно появляются аудиозаписи, я так понимаю, что работаете над тем, чтобы аудио было еще, также можно было послушать его удаленно, не только вживую, какой-то, может, альбом еще готовится. Альбом у нас был записан давно, в 2012 году еще, а после этого мы записали три сингла. Вот. Ну, возможно, если мы свою лень отбросим, то в следующем году что-то появится. Но я думаю, что может даже не альбом, но еще хотя бы пару-тройку синглов, я думаю, мы сделаем. По поводу вот песен, кто чаще всего автор этих песен? Вы же или, может, кто-то есть из друзей музыкантов, которые вот... Так, знаете, в дружеском разговоре, вот знаешь, Леш, есть у меня там какая-то песня, можно спеть, могу подарить. Не, у нас творческая диктатура в моем лице. Ага. Вот. А ребята, это Владимир Басов и Егор Войтенко. Егор Войтенко – это бас-гитарист, а Владимир Басов – это барабанщик. Вот у нас дружное трио. Вот. Но с диктатурой. Творческий лидер я, да, но никто против этого не возражает, поэтому у нас такая благополучная диктатура. Поэтому все так хорошо, 10 лет перемотки и дожили до этого. Да. Ну что ж, я предлагаю тогда следующую песню, какая она будет, о чем? Следующая песня о нелегкой судьбе начинающих николаевских, пускай будет николаевских, рок-музыкантов. Интересно. Рок-группа играет в надежде на чудо. Стремление гордом собрать стадион. Никто их не знает, кто и откуда, и вряд ли узнает. Это закон. Мощные рифы, красивые соло, и барабанщик играет как бог. Вокал пробирает дрожью веселой, басиста качает, что валишься с ног. Но всем плевать на эти мощные рифы. Плевать на эти красивые соло. Вот если бы попса и кока, если бы шансон про вора. Где-то на западе их бы услышали, цветами закидан был бы их мэрс. А после концертов с воплями дикими виски бы жрали, в объятиях принцесс писали б хиты свои, радуя публику на крыльях мечты. Облетели бы весь мир, и к единичке свежие бублики дорисовал бы дружище банкир. Но всем плевать на эти мощные рифы. Если бы шансон про вора. Вот
Так, круто. Ну, я, знаешь, отвлечемся все-таки от анонса, от афиши. А у нас сегодня также была тема, вот перед нашим разговором в эфире, это безвиз для Украины. Я услышал просто слова о том, что можно по Европе покатить группе и так далее. Ага. Что для тебя лично безвиз? И вообще, нужен ли он вот как для тебя, как для творческой личности? Или это не особая проблема? Виза есть, нет? В принципе, второе. Для меня второе, потому как ну, проблемы у меня такой не стояло никогда. Вот, То есть надо, откроем, не надо, мы не будем открывать, да? Как бы да. То есть я в этом, для себя в этом проблему не вижу. Ну что ж, если ты не видишь, по поводу все-таки группы, по поводу еще анонса, хотелось бы сказать, что вот смотрю в кафе «Метелица», я так понимаю, что это ваша рабочая база. Потому что очень много происходит. Рабочая там. База находится рядышком, в экономическом лицее, рядом с кафе «Метелица». А я хотел сказать телезрителям, что кафе «Метелица» находится в ДК «Строителей» на Сухом Фонтане. Это конечная 43-я маршрутки, я думаю, все об этом знают. Вот, концерт состоится в эту субботу, то есть 10 декабря в 7 часов вечера вот, в ДК «Строители». Кафе «Метелица» — это малый зал, боковой вход. Так что приходите, друзья, послушайте лично уже интересную, хорошую музыку, самое главное, со вкусом. Я предлагаю, что как последний аккорд... И еще один момент. Приобрести билеты можно, позвонив по телефону 50 10 10. Это досуговая касса Николаева. Также, вот. Я понимаю, либо при входе можно тоже приобрести. У вас много возможностей прийти лично на досуговую кассу, посмотреть в интернете, либо по номеру телефона. Да. Так, вариантов много, можно даже не вставая из своей кровати. Я предлагаю как последний аккорд, не последний, крайний, потому что это не последний у нас эфир, я в этом уверен. Поэтому что напоследок сегодня? Еще одна песенка бардовского направления, которая... Не для группы, эксклюзивно для вашей передачи. Окей, эксклюзивы любим. Жизнь — это немое кино. Никто не знает, что скрывают субтитры. У меня есть вино. Садись со мной, раздавим пол-литра. Вряд ли мы друг друга поймем, но точно узнаем, как нас зовут. Пойдет разговор о том, о чем губы молчат, а глаза орут. Мы снимаемся в немом кино. Кто актер, кто пешка, все равно. Бутылка вина, и мы разойдемся, руки пожав. В историю уйдут имена, и рукопись жизни поглотит пожар. Мне так хорошо сейчас, в незнании завтра, в провале вчера. Закончу на этом рассказ. Хороших вам съемок, актерам, ура! Мы снимаемся в немом кино. Кто король, кто пешка, все равно. Ну что ж, я желаю, спасибо, конечно же, японскому магнитофону не сниматься в немом кино, чтобы вас всегда слышали, слушали. Ну и, конечно же, чтобы ваше такое яркое название, которое в народе побытует в совсем другой плоскости, было всегда таким же кричащим, ну и, соответственно, ваши песни всегда радовали слух слушателей.